Сегодня 31 декабря. Меня по работе занесло в город Ревда. И, честно говоря, я не ожидал. Вот я иду. Это вообще не центр. Освещение и на дорогу, и на тротуар почистили. То есть видно, что трактор уже прошелся часов в 6 утра. И все почистил. И дорожка посыпана. Ну что тут сказать? Ревда просто молодцы. Все делают для людей.